Здравствуйте, друзья! С вами компания Look Freedom. Мы предлагаем вашему вниманию обзор на сервис Critical Connection, который находится на сайте kconnection.ru. Здесь нам предлагают получать 18 тысяч рублей в сутки, делясь своим интернетом с другими. Якобы нужно просто подключить наше устройство к системе Critical Connection и получать деньги уже через несколько минут. Как объясняют принцип работы на данном сервисе? Здесь нам рассказывают, что в некоторых странах интернет стоит дешево, а в других дорого. И вот эта вот система якобы помогает пользователям из стран с дорогим интернетом покупать его дешевле у пользователей из стран с дешевым интернетом. Для наглядности нам даже предъявляют три страны с самым дешевым интернетом, три страны с самым дорогим интернетом. И здесь даже якобы есть какие-то выгодные интернет-каналы, вернее, выгодные тарифы. Далее идет инструкция. Нужно прочитать инструкцию, проверить скорость интернета, дождаться результата, нажать на кнопку «Поделиться». Ну, давайте попробуем проверить скорость. Надеемся, что это затянется не очень надолго. Итак, наша скорость, видимо, устраивает, и поэтому давайте делиться. Вот вы видите, что запустился какой-то процесс. На самом деле это, конечно же, просто картинка, потому что предложение по заработку нам предлагают, ну, самое бредовое. И растет наш баланс за то, что мы нажали на одну кнопочку и якобы делимся с кем-то своим интернетом. Ну, конечно же, вы понимаете, что на балансе не деньги, а просто циферки. Это просто картинка, которая ничего совершенно не значит. Вот здесь нам не поленились нарисовать очень много отзывов. Читать их нет, конечно же, никакого смысла. Вот излюбленный прием завлекать денежными купюрами. Итак, через 2 секунды процесс завершится. И на нашем балансе 29 651 рубль и даже 40 копеек. Однако все не так просто. Перед выводом вознаграждения необходимо оплатить комиссию за техническое обслуживание и обработку биллинговых запросов на моментальный вывод средств из системы. И вот за такие огромные деньги у нас просят 87 рублей. Друзья, конечно же, вы уже понимаете, что такой работы легкой не бывает. Мы нажали на пару кнопочек, и нам якобы начислили почти 30 тысяч рублей. Фактически ни за что, поскольку тот способ заработка, который нам здесь предлагают, он просто невозможен. Это что-то из области фантастики. Поэтому ни в коем случае не оплачивайте эти 87 рублей. Можно с уверенностью сказать, что за этой оплатой последует просьба, и не одна, скорее всего, о следующих платежах. Так обычно бывает на мошеннических проектах, а то, что вот этот проект мошеннический, нет никакого сомнения. Так что не тратьте свои деньги, не тратьте свое время здесь. Здесь нет ничего, это лохотрон. И здесь заработают только мошенники. Для того, чтобы действительно зарабатывать в сети, пожалуйста, проходите в нашу рубрику с проверенными методами и изучайте те способы заработка, которые в этой рубрике находятся. Здесь собраны самые различные методики заработка. И изучив, и прочитав о многих из них, вы можете действительно выбрать то, что вам понравится, то, что вы поймете, что да, я хочу работать по этому способу, и начнете зарабатывать деньги. Кроме этого, вы можете нажать на кнопочку «Отзывы». Вот она сбоку и вот она вверху. И в этой рубрике вы увидите видеоотзывы от людей, которые уже пользуются какими-то методиками из нашей рубрики с проверенными методами и оставили свой отзыв о том, как они работают. Ну а для того, чтобы быть постоянно в курсе всех новостей
из мира онлайн-бизнеса. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал на YouTube, на нашу новостную рассылку, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Для того, чтобы перейти на наш сайт сразу под видео, достаточно кликнуть вот на одну из этих активных ссылочек. Ну, а если вам было полезно данное видео, то, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. Всего доброго.